Бой затих у взорванного моста, ГСР растаяло в мгле. Замполит, не терпящий удобства, умирает на сырой земле. Жаркая, нерусская погода застывает на его губах. Звезды неродного небосвода угасают в голубых глазах. Умирает он, не веря в сказки, сжав в руках разбитый пулемет. И к небу в набедренной повязке вражеский наемник подойдет. Подойдет, посмотрит, удивится, скинет пистолет, прищурит глаз. Скажет, много кушал бледнолицых, русских буду кушать первый раз. А в России зацвела гречиха, там не бродит дикий папуас. Есть в России город Балашиха, есть там ресторанчик «Бычий глаз». По субботам и по воскресеньям люди в ресторан идут гурьбой. Среди них идут, держа равнение, парни с удивительной судьбой. Узнают их по короткой стрижке, по беретам типа балахон. Их в округе местные мальчишки называют дяденька-шпион. Если где-то гром далекий грянет, в неизвестность улетят они. Пусть им вечным памятником станет проходная возле дорни. Если где-то гром далекий грянет, в неизвестность улетят они. Пусть им вечным памятником станет проходная возле дорни. А начиналось дело вот как. Декабрь 79 года, Кабул взят, осталась маленькая крепость Поличерхи, где была тюрьма там, центральная. Вот баллада о взятии этой тюрьмы. К нам пришел в палатку Федя с озабоченным лицом и с прискорбием сообщил нам, хоть казался молодцом. Будем брать мы в чистом поле, отказаться не с руки, то ли пули, то ли поле, знаю только, что черхи. Хоть в буржуйке дров уж нету, жарко в споре молодцам. Как же брать нам крепость эту? Спорим мы и тут, и там. Силы как расставить, спорим. Ох, дебаты горячи, в этой пуле или поле, в этой крепости черхи. Наконец нашли решение, все расселись по местам. И теперь уже не в споре, будет жарко молодцам. Понеслись по чисту полю, ох, и стены высоки. В этой пуле или поле, в этой крепости черхи. Вот уже ворота близко, засверкали огоньки. К нам навстречу сау мчится, в ней сидят их дураки. Крики, вопли, рев от боли, встречи сау нелегки. В этой пуле или поле, в этой крепости черхи. Мы ворота залетели и задумчиво стоим. Сау же из пушки лупит по чужим и по своим. А того, кто план подсунул, мы подняли на штыки. В этой пуле, прямо в поле, прямо в крепости черхи. Наконец с небес спустились, оторвались от земли. Пулеметы захватили и на фарах замели. Выпуская, а Валерка в это время влез в фекальные силки. Прям в пуль или в поле, в этой долбанной черхи. Но потом нашли Валерку, видим прямо под окном БМД, и очень пахнет развороченным дерьмом. А ребятам не до смеха, захлебнуться ведь и могли. Прямо в пуле, прямо в поле, прямо в крепости черхи. Нам запомнится надолго крепостная эта жизнь. Комендант, собачий холод, даже мать его Азиз. Поцелуй кучи теток из семейства Тараки. В этой пуле или поле, в этой долбанной черхи.